струночку, лицо белей бумаги. И сидит, не понимает ничего, а вокруг все киномаги да завмаги, да заслуженные члены ВТО. Что ни словом о старояне да Феллини, что ни запись Азнавура да Адамо, так вокруг они финтили да рядили, а на деле добивались одного. Клавочка, вам водочки или помидорочек? Клавочка, позволите вас на разговорочек. Как самый подсвальный в круг своей ёбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Крутятся да вертятся лысые мальчонки. А снабженец Соломон Аруныч Ившиц в додероновом костюме цвета беж обещал соорудить японский лифчик и бесплатную поездку за рубеж. Говорил он, как он хаживал по Риму, как в Гонконге с моряками пировал. И глушили клавку так, как глушат рыбу, без разбору, чтобы раз и наповал. Клавочка, вам водочки или помидорочек? Ой, Клавочка, позволите вас на разговорочек. Как самы под сваями в круг своей пчёнки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Крутятся да вертятся лысые мальчонки. Там сидел еще один лохматый гений, тот, которого поймут через века. Он все плакал возле Клавкиных коленей и безбожно материл Бондарчука. Все просил он, все искал какой-то сути, говорил, что на себе один ответ. А потом он заявил, что все вы. И немедленно отчалил в туалет. Клавочка, вам водочки или помидорочек? Клавочка, позволите вас на разговорочек? Как самы под сваями в круг свои девчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Крутятся да вертятся лысые мальчонки. Ну а третий все развешивал флюид и косил многозначительным зрачком. Говорил, что, мол, знаком самим Феллини, ну, а порожда и не скажешь, что знаком. Клавочка, вам водочки или помидорочек? Ой, Клавочка, позволите вас на разговорочек? Как самый под сваями в круг свои ёбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Крутятся да вертятся лысые мальчонки. Браво! Всё!